Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Наш северный сосед Хельсинки. Такой праздник здесь был, карнавал. Он был в июне. Назывался он «Привет, Хельсинки». Hello, Хельсинки. Народа куча. Да, все во что-то бьют, чем-то трезвонят. Ну и так далее. Создают такой шикарный голосовой шумовой фон. Пляшут, поют, идут какие-то определенные речевки. Я фински не знаю, но, наверное, что-то хорошее. Вот возрасты абсолютно разные. Вот так, если приглядеться, тут можно найти достаточно взрослых, мягко выражаясь, очень взрослых людей. Кстати, принимают участие как мужчины, так и женщины. Ну, а если вообще честно, то Хельсинки всегда славился вот такими какими-то карнавалами. И мне почему-то удается постоянно попадать на такие карнавалы. Первый карнавал, на который я попал, был лет, наверное, 10 назад. Тогда это был какой-то маленький такой шок, потому что просто голова кружилась от обилия народа. Ну, как и сейчас, впрочем, посмотрите, костюмы. Ну, просто ребята могут веселиться. Вот, все, больше ничего не буду говорить. Вот, послушайте, посмотрите, что творилось на улице Хельсинки. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Пока-пока. У нас тоже такое будет. Пока-пока. Такие же карнавалы. До свидания. Добрый день, нам.